Маме отправил. Привет всем, да. Для чего это может, ну, для того, чтобы открыть горло. Это еще одна уязвимая точка очень. Туда можно нанести удары этим, этим, вот этим, вот этим. Чем хотите. Можно за кадык вот так вот взять, вот, дыхательное горло. Вот, вы берете большим пальцем, и четырьмя. И вот, вот сюда. Угу. И на какой-то момент он полностью в ваших руках. Зрение и дыхание в ваших руках. Вы можете использовать зрение, можете дыхание. Человек в это время, может, он до этого и думал секунду назад о нападении. Но когда угрожает его зрению и его дыхание в основе жизни, то он включается защитную, ну, как бы, включается мысль, блин, да ну нахуй. Да это хорошо. Я же самооборонничество рассказываю, я не то, что вы в подъезде к бабушку поджидали. Дальше, снизу, когда движение вот отсюда идет. Вот оно. Указательный палец в один глаз лезет, средний вот сюда лезет. Вот оно, движение. То есть, в зависимости от того, в какой позиции вы находитесь. Если он, допустим, прихватил, вот здесь вот, прихватил. Вы либо этой рукой можете сюда залезть, вот кадык. Либо этой рукой можете сюда залезть. А это там за затылок, вот он здесь волосы есть. И ударить его в затылок, все, бум, бум. И совмещают эти комбинации, да, движения. Сюда, сюда перехватили, здесь ударили. Как раз вот это начиналось с самообороны 15 лет назад, 100%. Имеется в виду, что эти приемы, они работают 100% на любого противника. Независимо от того, качался он, какого он роста, какого он веса, какой у него разряд. Если вы находитесь, ну, в поле досягаемости его вот, болевой точки, глаза, горло и гениталии, 3G, уже потом все, 3G уже, ну, потом пошло в обиход. Вот. Даже Геннадий Головкин так обозвался уже, ну, что такое вообще. Все своровали, все украли. Так вот, то вы на любого можете так воздействовать, и он как-то на это среагирует. Если вы ткнете пальцем в глаз мастера спорта по боксу, то я уверяю, что он на это среагирует. У него глаза не закачивал специально и не хочет только глазам получать. Или в горло его ударите. Дыхательная трахея, трубка здесь, да, трахея, дыхательные спазмы. Каким-то образом. Хотя мажору тяжело попасть по горлу, потому что горло опущен. Вот. Новый раз по глазам. Горло сразу. То есть надо комбинированно подходить. Никто тогда, конечно, ну, не откроется. Кстати, может, последний дурачок показать, что. Вот. Ну и про яйца мы чуть тогда попозже. В следующей серии. Разберем. Сейчас ваша задача какая, смотрите. Вот вы сейчас ставите на коленочки друг перед другом, чтобы была дистанция именно такая, ну, захват, да, такой, грэплинг такой, да? И вот потихонечку, яма на глаза, именно глаза. Да. Вот, такой, обоюдный массаж, чтобы, ну, чтобы не было скучно, да, чтобы не грустили. Вот, яму сюда на глаза, так, так, так. И можно тоже руки, смотрите, как скидываем, да, кидаем. Ну, просто, смотрите, да, раз скинул, вот. Вот моя защита, например, да, хрустом пальчик, да? Я взял его, давай, подходи. Да, снял, там вот, разнял, опять, давай, ну, видно сразу на глаза. Атака только на глаза. Или вот ручки, смотрите, сверху, раз, снял. Вот глаза попались, вот глаза попались, вот, лезу, лезу. Работай ты, работай, 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 жень, давай. Вот, раз, крутил, сюда, сюда. Вот здесь, к нему поближе. Арбатин, арбатин, арбатин. Выдави глаза. Понятно, да? Защита вот такая. Такая, вот такая, вот такая. И атака. На глаза, на глаза, на глаза. По-моему, все просто. Доверьтесь инстинктам.